концентрируются лишь на работе с этой группой животных. Дрессировщики обезьян, тигров, львов или собак, как правило, не берутся за дрессировку медведей. Но Дик Чипперфильд гордо заявляет: «Для меня нет разницы, я дрессирую любых зверей». Дик Чипперфильд и его дрессированные медведи. Вы видели его работу с шимпанзе, тиграми, медведями. А теперь коронный номер Дика Чипперфильда – дрессированные львы.